Пацаны, привет всем. Давно не было. Пока мы сейчас там свои задачи. Тут сейчас у Витальки. То все там крутим, возим. Иногда там как бы особо нечего снимать. Из-за чего вышел в эфир у меня Витя мой, ну, кум первый и последний. Работает в Дании там на ферме. И ситуация такая. Он мне выслал видос, как работают у них там в Дании на экскаваторе. Это же для меня больная тема. Я же там люблю технику. Вот вы гляньте, и ваши вот мнения и комментарии. Ну, у меня была истерика. То есть я чуть не выехал в Данию и не начал веслом этого специалиста. Сука, дали технику новую, и что они делают? А потом нам ее высылают и говорят, что ну из Европы целка. И датчанин работает, это в Дании, ферма работает. Витек, видео не сильно большое, но у меня просто вот, чтобы все видели, что такое дебил за рулем, то есть посмотрите и все поймете, блин. Все, сейчас заливаю видос, пацаны. Здорово, кумы, все его подписчики. Снимаю видео о том, как работает отбойник на вот таком вот катерпиллере. Молотит вот такими коржами.